коровку сюда. Пакетик надо будет. Так, это... Наш шеф-повар Андрюша варит уху. Маршевой. Блин, а я забыл тоже всыпать. Что всыпать? Кукурузу свежую забыл всыпать, блин. Играем. Я играю. Во что? И в шашки, и в шахматы. Играем. Ставим, да, расставляй его. Конец стола. А? Есть, где приемник? Сейчас я принесу. Да, давай, шашки. Шашки. У нас целый комплекс. Сейчас я это занесу. И шашки, и шахматы. И шашки на голову. И шашки одетые. У тебя стоклеточные шашки? Я их не уберу, что ты. Стоклеточные. Я купил стоклеточные шашки. Ну, пора уже на стоклеточные переходить. Лестница. Семёныч, научи молодежь. Да что тут? Что учить её? Так это надо на большой суп, наверное. Потихоньку. Ты не забывай, сколько тебе в паспорте лет, Семёныч. Гора не выдерживает. Ты в паспорт смотрел? Вот, Александр говорит, это сломает. Мне паспорт не помеха. Я не знаю. На столб за петухом еще лазил. Да он был тоньше. А это слишком толстый. Ты бы себя видел, надеюсь. Да, на. На масленицу за петухом лазил. Александр? Сейчас наш шеф-повар. Шеф-повар. Для чего? Для того, чтобы дам он этот маленький сучок, он нам будет всю малину портить. Поэтому, говорится, маленькие сучки убрать, большие оставить. Готовы? Оба! Лассо сделал, да. Вот теперь, ребята, давайте все вместе, да? Все берем рычаг. Не-не-не! Все вместе присоединились. Если он обломается, значит хорошо. Если не обломается, будем на нем кричать. Давайте самого худенького. Давай самого худенького выберем. Надо вон туда, на то тогда забрать. Да, давай. Не обломай. Маленький рычаг так, может, и выдержит. А это самое, обкручивай. Так можно две сразу две. Две, они потом могут сработать. Не, ребята, не надо рисковать с этим. Не, хорошо, все. Я сел. Подожди, давай поднимем. А кто-то потом спиной крутится. Подтянем. Так, все. А у тебя же сын, Семёныч, скалолаз, да, или кто там? Давай. Не, качаться вон. Турист, альпинист. Все, ну, садись ко мне сюда. Садись, если... О. Двое выдержит. Ну, я думаю, что у нас тяжелее, чем бы вдвоем не найдется. Сколько ты весишь? Ну, я... так, 150. 150. Но у нас тут нету таких по 150. А если мы вдвоем будем кататься? А вот вдвоем, тогда это вам надо отдельный сертификат. Сделаем проверку. Посадим троих. Если трое выдержат, значит можно вдвоем. Молодец, Семёныч. Старается для нас. Да.
Уже народ, тот, кто дома, смотрит уже нас. А? Да, уже смотрит. Ну да, я допустим, не смог. Расставляй, расставляй. Ну, я думаю, что хватит. Теперь откручивай еще. Раз, другой, третий. Все. Ну все, присоединяйтесь. И вот так мы его еще замотыляем. И вот так, и вот так, и вот так. Все. Уже тут никуда. Пробуй, пробуй. Ну. Если ты не упадешь. Так а я немножко больше вешу. Испытание прошло успешно. Сколько стоит 15 минут покататься? Сколько стоит? Для девушек один поцелуй, а ребята бесплатно. Все понятно. Спасибо, Семёныч. Присоединяйтесь.